Хотел бы немножко дать рекламку. Это производителям корейским. Про лодку хотел вот рассказать, почему я ее взял. Вообще, эту лодку взял для вот таких рек, где вода намного спокойней, где волны нету. На волне как бы я сам не проверял. Я немножко, у нас по основной реке Обь, немножко сыкотно ездить, потому что у нас синоптики обычно погоду пишут, бывает, что неправду пишут. Туда, допустим, поедешь по спокойной воде, а обратно будет сильный ветер, и попадешь в волну. И как бы немножко боязно ездить по большой воде на такой лодке. Для такого случая по большой воде и по большой волне у меня есть другая лодка, алюминиевая обяжка, Yamaha 30 у меня там стоит. Вот. Для таких случаев я держу лодку для воды, ну, вернее, для основной реки нашей Оби. Вот. Ну, а так, в принципе, лодка офигенная. Минусов я практически не нашел в них. Единственный минус, я как говорил, это она как бы парусит. Вместительность большая, длина 370, позволяет развернуться вдвоем в этой лодке. Вполне достойная лодка. Вот. Ну, двигатель Марлин. Немножко расскажу про двигатель. Это уже второй сезон на нем езжу, на Марлине. Уже обкатал нормально. Пока что еще не подвел. Скорость вдвоем я засекал, ну, примерно, ну, 36, где-то 37 по течению идет она, 37 километров в час. Вот. Ну, в целом мы сегодня порыбачили, погода у нас наладилась к вечеру, было офигенно, отдохнули душой и телом, съездили сегодня только на денечек, вот, с утра до вечера. В общем, мы рыбалкой довольны, и лодкой я тоже доволен. Я даже уже не знаю, что про нее рассказывать. Уже можно сказать, я в прошлых видео уже все рассказал. Вот. Ну и там дополнения, может быть, какие-то будут дополнения, что-то разработчикам можно будет дополнить для удобства. Ну все, друзья, всем пока, всем счастливо, до следующих рыбалок, а мы уезжаем домой.